Воспитанники плавательного центра «Нептун», мальчишки и девчонки готовы выйти на старт. Соревнования начнутся с минуты на минуту. Вначале торжественное построение, оно всегда придает состязаниям особую атмосферу. Все они усердно трудились под чутким руководством тренеров-преподавателей, чтобы в день первенства городского округа продемонстрировать свои умения. Конечно, юные пловцы чувствуют волнение, однако спорт, как известно, закаляет не только тело, но и дух. Мы стараемся еще и личностные качества у детей формировать с помощью спорта, скажем так, чтобы они учились преодолевать страхи и показывать свои лучшие результаты. Ребята 2013 года рождения плывут две дистанции по 50 метров кролем на груди и на спине. На старт! Это первенство в плавательном центре проходит ежегодно. На этот раз оно состоялось в корпусе микрорайона Чкаловский. Плавание популярно в Щелкове. Более 200 участников собрались на соревнованиях. Многие воспитанники центра достигли весьма высоких результатов. Стали мастерами спорта, выступают в составе сборной Московской области на соревнованиях разного уровня. В этом большая заслуга преподавателей центра. А такие масштабные соревнования помогают наставникам определить уровень спортивной подготовки воспитанников, а ребятам с юных лет развиваться, совершенствовать личные результаты, добиваться новых побед. Самый ожидаемый и одновременно волнительный момент для спортсменов и их наставников – награждение победителей и призеров. Евгений Борисович, я вам очень благодарна, что вы меня потренировали, и я заняла первое и второе место. Настраивал на первое место. Ну, все получилось. Да. Следующее соревнование я постараюсь еще быстрее проплыть и на первые разряды. У меня первое место 44 секунды. Это очень хорошо. Вот прям руки трясутся. Очень рад. Инна Николаевна, я вам очень благодарен. И это только начало пути. Впереди ребят ждет покорение новых вершин. Причем не только в плавании. Спорт обязательно поможет им в достижении поставленных целей. Анна Балиет, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.